Приветствую вас, друзья и коллеги по хобби. Эта тематика и это видео посвящено краскам, которыми я крашу. Так как многие подписчики очень часто задают вопросы, какой краской я пользуюсь, чем и как ее развожу, в каких пропорциях, об ряде химии я расскажу в этом видео. Я не буду хвалить или что-то говорить про другие краски. Я попробовал краску, которая разводится водой. Ну, она мне не очень понравилась. И я перешел уже, наверное, лет 6 назад на спиртосодержащую краску фирмы Tamiya и Mr. Hobby. Мне эта краска очень нравится. Во-первых, даже тем, что она переносит мороз во время доставки. Так как содержится спирт, она не замерзает при небольших морозах. И сама по себе краска мне нравится тем, что при правильном ее разведении я развожу в пропорции одна часть краски и 5 частей растворителя. Это я развожу Mr. Hobby. А Tamiya развожу 1 к 4. Она не забивает сопла, очень хорошо дуется и наносится на поверхность. Я свои модели не грунтую, довольно-таки хорошо Tamiya и Ganza держатся, даже без грунтовки. Очень нравятся мне лаки. Хочу привести сравнение. Лак фирмы Mr. Hobby и лак Tamiya. X22 и H30. Это глянцевые лаки. Какой лучше, какой хуже, я вам не скажу. Так как они одинаковы. Хорошо наносятся, хорошо ложатся на модели. И дают хороший глянец. Порой мне даже кажется, что это одна фирма, только под разными названиями. Матовый лак у Tamiya X86, у Mr. Hobby H20. Тоже очень хорошо дают матовость поверхности. И у Tamiya есть еще сатиновый лак полуглянцевый X35. Это вот что по лакам. У меня никогда с ними не было проблем, всегда очень хорошо наносятся на модель и ровно растекаются. Теперь расскажу про главную палитру красок, которые нужны для бронетехники, для покраски бронетехники. Мне очень нравятся цвета у Mr. Hobby. H78 – это olive drab для американской армии. H304 – olive drab для USAF. И нравится H52 Olive Drab для техники Второй мировой войны. Но при помощи этих цветов, при их смешивании в определенных пропорциях, хорошо получается 4БО или российский защитный зеленый цвет. У Tamiya есть краска Olive Drab XF62 и Olive Green. Я здесь ее не поставил. Olive Green XF50. Не помню какая. Но они тоже хорошо смешиваются. Даже между собой Tamiya и Mr. Hobby очень хорошо смешиваются. Есть хороший цвет
H80 Хаки Грин. Вырежем. Очень понравился мне H77 у Мистер Хобби. Это цвет старая резина. Имитировать резину. Большая палитра матовых, глянцевых, черных цветов. Хороший цвет Metal Black. И вот что хочу заметить. У Мистер Хобби большая палитра металликов. И у Tamiya тоже хорошая большая палитра металликов. И они очень хорошо наносятся и ложатся на модель. Красный-коричневый. Часто очень применяю при покраске бронетехники. У меня спрашивали, какой цвет лучше, XF60 или Дункенгельб у Мистер Хобби. Сразу скажу честно, мне больше понравился оттенок и сама краска Мистер Хобби по данному цвету. Есть хорошие цветные лаки, как у Tamiya, так и у Мистер Хобби. Хорошо и красиво ими имитировать фары, поворотники. Голубым цветом хорошо имитировать триплексы на военной технике. Также можно тонировать стекла. Стекла и фонари. Развожу я все это растворителями. X20A от Tamiya или 411-м от Мистер Хобби. Растворители и на запах идентичные, и одинаково разводят краску. Мистер Хобби есть в бутылках 400 мл, очень хороший объем, а Tamiya в бутылочках 250 мл. После покраски хорошо промывается аэрограф вот этим средством. Но оно сильно вонючее, на запах едкое. Можно эту краску хорошо промывать спиртом или спиртосодержащими средствами медицинскими. Markfeet от Tamiya, Markfeet Strong. Очень хорошо размягчает декали. И после этого Markfeet'а декали очень хорошо ложатся в расшивку и хорошо привариваются к модели. Retider. Очень хорошая и незаменимая вещь добавлять в краску. Добавляю ее в пропорции 1 мл на 10 мл краски. Особенно хорошо это, когда включается в домах отопление или летом, когда очень жарко. Retider не дает краске быстро засыхать. Особенно это чувствуется, когда краска засыхает в полете и на модели появляется небольшая шагрень. Потом приходится с ней бороться. Вот Retider очень помогает. И хочу порекомендовать клей Мистер Хобби, Мистер Цемент S. Хорошая тоненькая кисточка. Хорошо склеивает модели. Удобно держится в руке. Ну и сам по себе очень хороший клей. Вот данной продукцией я пользуюсь. Она мне очень нравится. Ее вы можете приобрести. Рекомендую магазин «Я моделист». Там очень большая палитра, хорошие цены, быстрая доставка и хорошее обслуживание в самом магазине, за что мне очень нравится.
Спасибо, друзья, за просмотры, спасибо за комментарии. Пишите, ставьте лайки. Ждите выпуска следующих серий. Может, вас что-то интересует, пишите, я постараюсь отснять по этому видео. Спасибо, всех благ вам и вашим близким, друзья.